И вот он, Фортуна, врыв и пошел. Минус 3. Ловко, минус 2. Отличнейшая, спокойная стрельба. А это вон. Прекрасный аим. Просто вот спокойно, уверенно зашел и всем по головам раздал. Ай, как же это контролирует? Минус 3, дружище! Будет ли мозголом? Рандей, минус 4-2, Сигнейт борется, минус 6 Димен. А Смейт пошел вперед и смотри, что творит этот парень, не прощает. И фактически фраг у него вы сейчас видели, забрали. Чувствует дистанцию, чувствует спрей и умеет контролировать оружие. Трусват наколачивает своих, чужих. При этом его будет прикрывать, забирать еще трешку. Будет принимать, его будут зажимать со всех сторон. Пытается настреливать Касса. Ты смотри, минус что один. Он минус один. И стрельба, конечно же стрельба. Капитан паника. А попадает во все. Всех уничтожал. Как он контролирует эту билету? Ой-ой-ой, Викслов, минус 2, минус Папайя. Трипл-три! От себя отпрыгивает, и Друйка наскочил на гранату, взорвался. Гениально просто. Как он моментально до этого додумался и сделал. Молодец. И с топором в руках Квисков просто бежит. Он просто живет. Я Викинг. Он просто живет. Полскилл, дабл килл, а Брошка тут очень себя ожидает. Сарус, Брошка! Сарус, ты смотри, Брошка, что делает! Минус 3! Будет поднимать? Что делает толстячок? Что он делает? Ой, да да ладно! Мистер Хейн! Отвечаю точно с попаданиями в байк. Есть, дабл килл! Трипл килл! Флэйк, минус 3! Вовка, минус Флэйк, Вовка, минус Шадиман, Вовка, минус 3! Ой-ой-ой, Фейсбоп, что ты делаешь, этот парень? Минус 3! Он бежал и говорил, ребята, дайте мне фраги. А я в минусе. Да, я в минусе. Ловка минус Дина, Ловка минус Шаолинь, Шаолинь минус Ловка. Шаолинь, Шаолинь, минус 2!